Господи, я просто в это не верю. Я реально снимаю ее маску. Вы видите эту жесть? Че творим, бро? Сейчас 3 часа ночи. И я не спал ради этого момента всю ночь. В интернете я нашел номер, где было сказано, что если позвонить по нему в определенное время, то трубку возьмет сама сербская леди. И я уже и набираю банда, надеюсь, что она мне ответит. Хотя я очень сильно боюсь ей звонить после того, что было позапрошлой ночью, когда она нас чуть ли не убила. Тем не менее, она все еще не отвечает. Может быть, это даже не ее номер. Алло? Алло, кто это? Что за бред? Вы меня слышите? Кто это? Алло? Алло? Что это было, банда? Что это такое? Кто это может быть так поздно? Что за бред? Кто там? Кто пришел? Черт, что это такое, банда? Кто там? Почему они молчат? Что за бред? Вы тоже это слышите? Почему ты так долго не открывал? Что случилось? О, черт, Настя, что ты здесь делаешь так поздно? Я принесла торт, расслабься. Господи, я подумал, что ты сербская леди. Да, мне тоже страшно ходить одной по улицам после того, что случилось. Да, послушай, ты не поверишь, я смог найти ее номер и даже ей позвонил. Зачем ты это сделал, если она не убила нас в прошлый раз, то сейчас нам вряд ли повезет. Послушай, я просто хочу помочь полиции, их расследование зашло в тупик. Расскажи поподробнее, что случилось той ночью? Да, банда, позапрошлой ночью я случайно в окно увидел какую-то женщину и подумал, что ей нужна моя помощь. Я вышел к ней на улице, она набросилась на меня с ножом и даже чуть не убила. Как потом оказалось, это была сербская леди, она всю ночь нас преследовала с Настей. И в конце она даже нас чуть не убила. Мы чудом спаслись из-за того, что вовремя приехала полиция, которую мы вызвали. Я очнулся в садовом домике, вышел из него, а Настя лежала на снегу без сознания. И сербская леди нигде не было, она просто исчезла. С того времени полиция пытается ее найти, но все безуспешно. Их расследование просто зашло в тупик. Именно поэтому я хочу им помочь. Вчера я всю ночь сидел и смотрел в окно и ждал, когда она снова появится на том месте. И как? Ничего не было, именно поэтому я нашел ее номер. Позвони ей прямо сейчас. Да, но я уже звонил, и она тогда взяла трубку. Или же это была не она, какие-то помехи. Я не совсем понял, что там было. Но давай я наберу ей снова. Ты уверен, что это ее номер? Думаю, да, тогда кто-то взял трубку. В прошлый раз она очень долго мне отвечала. Возможно, сейчас будет так же. Но как только она возьмет трубку, она сразу поймет, что это мы. Она точно захочет нас убить. Но пока что ничего возможного. О, что ты видишь это? Это сербская леди, банда, просто посмотрите. Алло? Она смеется? Сербская леди, ты слышишь нас? Черт, посмотри, у нее нож, ты видишь это? Он в крови, банда! Она кого-то убила, я просто в шоке! Она прямо сейчас кого-то грохнула, я просто не могу в это поверить! Зря мы это сделали, Настя, теперь она 100% захочет прийти к нам и убить нас! Не паникуй, полиция быстро приезжает на такие вызовы! В прошлый раз они приехали за минуту! Да, но на этот раз они могут нам не поверить, в прошлый раз они не увидели сербскую леди! Черт! Что там? Этого не может быть, Настя! Что случилось? Она прислала мне сообщение, посмотри! Она написала, я знаю, что ты в доме, выходи на улицу и моти 3 ножей! Она уже здесь и хочет нас убить! Давай поднимемся на 2-й этаж, посмотрим с окна, где она? Хорошая идея, так мы хотя бы будем знать, где она сейчас! Быстрее, Настя, сюда! Если она и правда около нашего дома, то нам надо срочно позвонить в полицию, чтобы они успели приехать, пока мы будем отвлекать ее внимание! Хорошая идея! Да, в прошлый раз она была прямо перед нашим двором, но сейчас я вроде бы нигде ее не вижу. Возможно, она нас обманывает и пытается так напугать. Не думаю, Настя, она реально может быть где угодно. Черт, это снова от нее. Что там? О, господи, Настя, это просто жесть. Она прислала фотографию нашего дома, ты видишь? О, господи. Еще внизу написала, выходи, то есть она уже прямо здесь и угрожает нам. И просто обрати внимание на фотографию, это ее рука, и она держит нож, который был на видеозвонке в крови, то есть она реально пришла нас убить. Кто это? Это она стучит нам в дверь? Черт, давай пойдем посмотрим. Стой, давай сначала позвоним в полицию. Обязательно, но сначала мы убедимся, что она реально здесь. Я слышу ее, она реально здесь, банда. Я просто не могу в это поверить. Она 2-й раз пришла нас убить. Черт, она уже здесь, банда. Просто посмотрите, сербские люди прямо сейчас танцуют перед моей дверью. Я просто не верю своим глазам. Быстрее звони в полицию, пока она еще здесь. Я не знаю, где мой телефон. Где она?
смысле? Она же только что была здесь, банда, куда она исчезла? Я реально не понимаю, она то появляется, то исчезает, куда она снова делась? Возможно, она где-то внутри двора. Я вроде бы нигде ее там не вижу, и тебе не советую выходить на улицу, в прошлый раз она так оказалась внутри дома. Я просто в шоке, банда, не могу в это поверить, она реально пришла на супе. Что там? Черт! Что? Она прислала сообщение, я вижу вас, то есть она все еще где-то там. Я не могу в это поверить, банда, она реально пришла нас убить, я не хочу, чтобы она нас видела. Это полная жесть. Что это было? Это она? На втором этаже что-то упало, еще быстрее посмотрим. Если она здесь, то я прямо сейчас позвоню в полицию, чтобы они приехали. Эй, здесь кто-нибудь есть? Сербская леди? Понятия, в какой комнате был тот звук. Давай начнем с нашей спальни. Хорошая идея, мы как раз там были. Может быть, это просто кошки по крыше бегали, мы их слышали. Да, возможно. Черт, посмотри, там открыто окно, ты видишь? Да. Я точно помню, что когда мы были в этой комнате, окно было закрытым, в смысле? Возможно, это сквозняк? Не думаю, посмотри, оно открыто нараспашку. О, черт, ладно, что здесь вообще произошло? Посмотри, что это такое, ты видишь? Да, что это? Это с ее костюма. То есть она внутри дома, она залезала через это окно, зацепилась костюмом за ручку. И она здесь, быстрее бежим отсюда, Настя, через главный вход. Быстрее, пока она нас не увидела, я вроде бы нигде ее не вижу, скорее к главному входу. Черт, это просто жесть, банда. Что это? Там? Я не могу открыть двери. Что происходит? Она как будто чем-то их подперла с той стороны, я не понимаю. Давай к заднему входу. Точно мы сможем там выйти. Черт, она уже здесь. Сюда, быстрей. Она ушла в гостиную, скорее нужно вести себя тише. Как она вообще влезла к нам в дом? Я не знаю, я не понимаю, как она вылезла на крышу. Здесь очень высоко, тем не менее, я прямо сейчас позвоню в полицию. Да, главное, чтобы она нас не услышала. Я с тобой полностью согласен, ведь если она нас услышит, то сразу убьет. Это она? Очень похоже. Черт, надеюсь, она нас не слышит. О, нет, черт, она знает, что мы здесь! Быстрее, быстрее, Настя, давай бежим через задний вход! Она где-то здесь, банда, мы будем бежать просто напролом! Настя, о черт, Настя, что с тобой? Вырывайся, давай, ты сможешь, вырывайся! Я боюсь, давай, ты сможешь, Настя! О черт, Настя! Господи! Ее кто-то туда утащил, я боюсь туда идти! Настя! Настя, пожалуйста, скажи хоть что-то! Настя, с тобой все хорошо! Черт, я боюсь туда идти, банда! Настя! Пожалуйста, не пугай меня, мне очень страшно! Черт! Где Настя? Что ты с ней сделала? Отвечай, где Настя? Черт, банда! Посмотрите, она танцует! Даже не думай ко мне приближаться! Что ты сделала с Настей? Где она? Она бежит со мной, банда! О, господи, она уже здесь! Это просто жесть какая-то! Посмотрите, что она делает! О, черт! Проваливай отсюда! О, господи! Вали отсюда, сербская леди! Проваливай! Она вроде бы замолчала, она ушла! Господи, вы слышали, как сильно закричала Настя? Я надеюсь, что с ней все хорошо! Сообщение! Это от сербской леди! Посмотрите, что это! Это Настя! Что она здесь сделала? Что это за порезы? Я знаю, что ты там! Выходи, черт, банда! Просто посмотрите, что она сделала с Настей! Я очень надеюсь, что Настя еще жива и просто потеряла сознание, но я должен как-то ей помочь! Я без понятия, как это сделать, и прямо сейчас сербская леди стоит за этой дверью! Я должен как-то помочь Насте, ведь она прямо сейчас лежит с этими ранениями без сознания в какой-то из комнат. Но есть одна проблема, я не знаю, где сербская леди, она может быть где угодно. Она прямо сейчас может стоять за этой дверью. Но я вроде бы здесь ее не вижу. Последний раз мы видели Настю в этой комнате. И я должен как-то аккуратно туда прокрасться так, чтобы сербская леди меня не заметила. Черт, она здесь! Она танцует и ждет, когда я выйду с той комнаты. Я никак не смогу сюда перебежать, она сразу же меня увидит. Я должен срочно придумать, как мне отвлечь ее внимание. У меня есть идея, банда, если это сработает, то это будет самое грандиозное, что я только делал, тогда я точно смогу помочь Насте. Я хочу привлечь ее внимание на второй этаж, чтобы она поднялась сюда. И как только она поднимется, я сразу спущусь вниз и помогу Насте. Тем не менее, она где-то здесь, банда, просто посмотрите. Она танцует прямо здесь, вы видите это? Мне надо в нее что-то кинуть.
подарок, точно! Вряд ли он мне уже понадобится, я подготовил его для Насти. Алло, Пенсия, я тут! Что, не можешь меня уже поймать, да? Суставы не те! Давай, давай, время видела! Время уже быть на кладбище! О, черт, банда, теперь она точно меня убьет! Мне нужно срочно спрятаться! Это такая жесть! Она уже здесь! Черт! Надеюсь, она меня не заметила. Что она делает? Это мой шанс. Ах ты! Куда ты дела, Настя? Отвечай! Получай пенсию, но... Черт, пусти меня, получай! Давай же, черт! О, давай же! Ну же, падай! Черт, давай! О, черт! Она упала, банда! Я не знаю, как это произошло! Мы просто с ней пихались, а она упала! Черт! Она лежит там! Мне кажется, она без сознания! Просто посмотрите! Но все же, банда, это мой шанс сейчас пойти и найти Настю, чтобы ей помочь. Она где-то в доме! Я без понятия, где Настя, но сначала я хочу проверить ту комнату, куда ее затащила сербская леди! Последний раз сербская леди затащила Настю в эту комнату! Настя! С тобой все хорошо! Я так рад, что ты жива! Это сербская леди с тобой сделала! Но не переживай, сейчас она лежит без сознания в гостиной! Она, знаешь, каким-то образом упала с второго этажа! Я понимаю, что тебе больно, давай быстрее пойдем ее свяжем, чтобы успела приехать полиция! Я так рад, что Настя жива, и мы сейчас можем связать сербскую леди и отдать ее полиции! Просто посмотрите, какая она жуткая, банда! Но как хорошо, что она сейчас лежит без сознания, не бегает за нами по всему дому! Она упала прямо оттуда, это очень высоко! Надеюсь, что она просто потеряла сознание, а не умерла, чтобы мы смогли сдать ее полиции. Быстрее свяжем ее, пока она не очнулась. Да, точно, я возьму скотч. Итак, банда, мы уже немного ее связали, теперь она точно никуда не спешит. Настя, быстрее возьми телефон на тумбочке, позвони в полицию, чтобы они приехали. А я возьму новый скотч, потому что этот заканчивается. Благо, банда, скотча у нас очень много, мы ее так свяжем, что она никуда не спешит. Какой там номер в полиции? Я забыла! У нее такое странное лицо! И почему у нее открыты глаза и рот? Это что, маска? Сереж, мне кажется, у нее маска! В смысле маска? Я думал, что это ее лицо! Это очень странно, потому что эти глаза, рот, морщины очень сильно похожи на настоящие! Но в первую нашу встречу меня очень сильно напугало ее бледное лицо! И я могу засунуть сюда руку. Неужели это маска, банда? Посмотрите. Мне кажется, что я могу снять эту маску. Да, давай. Окей, давай попробуем как-то снять эту маску. Для начала, я думаю, нужно стянуть эту шляпу. Просто посмотрите, банда, вы видите эту жесть? У нее тут парик, просто гляньте. Окей, я пытаюсь его сорвать. Черт! Просто гляньте на это, у нее реально маска! Я думал, что это настоящее лицо сербской леди, у нее парик и маска, это просто жесть! Теперь, банда, давайте снимем эту маску из сербской леди! Господи, я просто в это не верю, я реально снимаю ее маску, вы видите эту жесть! О, господи, ты еще кто такая? Что у тебя с лицом? Она такая страшная, как будто сбежала с какой-то психологии. Да, я с тобой согласен. Мне кажется, что это какая-то сумасшедшая девушка. Что ты делаешь? Остановись! О, черт! Стой! Ты в порядке, Настя? Куда она делась? Она же только что была здесь. Черт возьми, банда. Она меня просто пихнула со всей силы и сбежала. Я вроде бы нигде ее не вижу. Она реально сбежала, банда. Это такая жесть. Я не могу в это поверить. Я просто в шоке, банда. Она реально куда-то свалила. Я не понимаю, это была настоящая сербская леди или ее копия. Тем не менее, нам надо ее снова найти, потому что она может кого-то убить или же навредит как Насте. Банда, давайте на этом видео наберем 10 000 лайков. И мы попытаемся заснять ее с дрона и, возможно, даже снимем ее логово. И помни одно, оставайся таким шикарным. Пока!